Итак, ребята, всем привет! Это канал Илья Уан. Меня зовут Илья. Я продолжаю делать обзоры на журнал Dash. Конечно же, исторические модельки. И сегодня у меня новиночка. Это модель Камино в карбоновом стиле. Вот, давайте мы его сейчас раскроем. Вот. И могу сказать, что вот такой вот иду в магазин. Смотрю, остались еще карбоновые гонщики. Вот. Конечно, я его очень сильно хотел. Очень сильно хотел его купить. Вот, и наконец-то он у меня появился. Вот. Так, значит, такая вот упаковка. Вот, значит, и вот. Вот Мигель Камино. Вот, он наполовину карбоновый и наполовину обычный. Вот, тут написано. Опять. Здесь у него флаг Испании. Такая вот милая улыбка и такой вот у нас поле. Вот. И могу сказать, что это уже четвертый карбоновый гонщик. Вот, у меня есть Джефф Горвет. Потом есть еще Карло Ганьяло. И, наконец, молния Маккуин. Вот, значит, у меня уже теперь 4 гонщика в коллекции. Вот, всего, как вы знаете, их у меня 11. Ну, мирового гран-при. Вот, наконец-то, я приобрел эту вот крутую классную машину. Ну что ж, вот такой вот у нас получился быстренький обзор на такого персонажа Мигеля Камино в карбоновом стиле. Вот. Возможно, дальше приобрету еще кого-нибудь, потому что кое-кто уже остался в моих планах. Вот. Тут, кстати, написано у нас Мигель Камино на разных языках. Написано у нас тут про мобильное приложение. Вот. То, что этой машинке можно играть в игре Гараж Сорвиголовы. Вот. Ну все, ребята. Вот такой вот у нас был обзор на такого гонщика Мигеля Камино в карбоновом стиле. Вот. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь канал. Ну все, ребята. Это был канал Илья Уан. Меня зовут Илья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока и удачи вам, ребята.